В Запсибком банке состоялся розыгрыш денежного приза по итогам акции «Всегда вместе». Обладателем 150 тысяч рублей стала жительница города Лабытнанги. На торжественной церемонии награждения побывала и наша съемочная группа. Сегодня в Запсибкомбанке настоящий праздник. Воздушные шары, цветы, подарки. Сотрудники учреждения подводят итоги акции «Всегда вместе». Принять участие в данной акции Запсибкомбанка мог каждый, за исключением сотрудников банка и их ближайших родственников. Необходимо было лишь открыть или пополнить один из вкладов. «Я успешен, я надежен, мультивалютный, мои традиции». В период с 4 мая по 30 сентября 2018 года включительно. Пенсионерка Валентина Даниловна месяц назад пришла пополнить вклад. Ей предложили участвовать в розыгрыше денежного приза. Женщина согласилась и неожиданно для себя стала его обладательницей. Сертификат победителя ей вручали в торжественной обстановке. Благодарны вам за то, что вы являетесь нашим клиентом. И мы вас поздравляем, вручаем вам этот чек на 150 тысяч рублей. Поздравляем вас. В свою удачу, рассказывает пенсионерка, поверила не сразу. Они с мужем копили деньги на отдых в санатории. Теперь могут себе пятизвездочный отель позволить. Такое событие произошло впервые. Очень рада. Действительно, сначала не верилось, что возможно, да, но это реально, и действительно, клиенты нашего банка могут пользоваться и должны, я считаю, участвовать в этих розыгрышах. На протяжении 27 лет Запсибкомбанк успешно оказывает банковские услуги не только на территории Тюменской области, но и далеко за ее пределами. Количество клиентов постоянно растет. Сегодня каждый четвертый житель Имала является клиентом Запсиба. Значит, люди доверяют банку. Такие акции в банке проходят ежемесячно. Сегодня фортуна улыбнулась Валентине Даниловне. А может быть, завтра она улыбнется вам? Ирина Волокитина, Дмитрий Свирид, программа «Время местное».